Сейчас мы на Красной Двине, на остановке Озолайна. Впереди, перед нами парк зеленый. Сейчас парк, а раньше там стояла воинская часть. И доказательство тому осталась стена. Познаем парк. Это дорожка вниз к остановке троллейбуса. Напротив огромный большой магазин построили. Озолайна. Озолс – это дуб. Здесь очень много дубов. Много деревьев. На самом деле здесь свежо и прохладно. Познаем Красную Двину.